Привет, мы в Португалии. Нашли вот небольшой ресторанчик, долго не искали, конечно, немножко прошлись по должности и решили скопироваться по ресторан. Так, вот как он называется, я так понимаю, вот так и называется ресторан Виера Гарри. Это меню. Здесь, так, это меню, где оно у нас на английском, на русском меню нет, но написано, что это настоящая португальская еда. Традиционная португальская еда. То есть это меню. Ну, расценки здесь как бы начинаются где-то от 6-90 евро за... Не стартер, а как бы отдельно, ну, за еду, да? Ну и пошли цены дальше. 11-50 евро и так далее. То есть такие цены. Вот мы находимся в местности. Это, видно, это вокзал. Ну, немножко вот. Симка. Плитка. Здесь очень много плитки, конечно, почти все рестораны. Внутри есть плитка. Очень красиво. Так, пошло видео? Пошло. Мы уже начали лопать. Это вот супчик куриный с рисом. Так, уже поели здесь сыр. Там принесли хлеб, кофе. После этого мы поедим. Я заказала рыбу. Попробуем, что за рыба будет. Привет. Так, я уже поела суп. Суп такой же, как наш российский куриный суп. Такой же вкус. Так, принесли вот мне второе. Принесли мою рыбу. Кстати, здесь уже становится очень закушено, очень много людей. Мне кажется, что это в основном португальцы, потому что это хорошее место. Настоящее португальское место. Так, это вот мое блюдо. Это рыба. Не знаю, как сказать, какая это рыба на русском. Ну, вот такая. Посоветовал нам официант. Ну все, сейчас буду пробовать. Не знаю. Виера Гарри называется. Мы только что поели. Ну так, еда ничего, я бы сказала. Немного напомнила, как-то больше как столовая, не знаю. Еда неплохая, но, скорее всего, мы уже, я сюда не вернусь, скажем так. А так, в принципе, было ничего. Теперь дальше мы все, идем домой.